Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым випуску. Спорт високих досягненняў. Сьогодні у Гомелі відбулося виязное посяджэнне колегії Міністерства спорту і туризму. Служителі Феміди, лепші юристи регіона, напередодні професійного свята отримали узнагороди. 30 годов разом с музыкой у Гомелі прошел бенефис заслуженного деяча культуры Беларуси Алены Соколовой. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомелі обмерковали ситуацию по подрыхтовце спортивного резерву. Такое пытание было вынесено на парадок дня выездного посяжения коллеги Министерства спорту и туризму. Об лепших прикладах и иснувших недопрацовках материал наших корреспондентов. Дзіцячую юнацкую школу па веславанні ў Гомелі адкрылі ў 1962. Праз 10 гадоў установа атрымала статус спецыялізаванай. У 2013 з Дзюшар нумар 6 пераехала ў новы будынак, што дазволіла вывести трэніровачны працэс на больш высокі ўзровень. Удзельнікам выязной калегіі школу дэманструюць у якасці станоўчага прыкладу. Тут няма праблем з абсталяваннем. Сёлета для яго набыцця з бюджэту выдаткавалі больш як 100 тысяч рублёў. А на спаборніцтвах рознага ўзроўню спартсмены з Дзюшар дэманструюць нядрэнныя вынікі. Воспитанница Пикулева Дарина стала призером Европы мира до 23 лет. Вот. Школа на первенстве Дюш заняла третье место из 36 команд. И это отделение байдарки каноэ. И отделение наше молодое академической гребли заняли шестое место на первенстве Дюш в этом году. У плане умасавання спартивной базы гэты год для Гомельшины можно назвать особливым. У ближайший час будет сдадзены у эксплуатацию крытый футбольный манеж. У жнивни открылась лыжаролерная трасса. Зараз тут проводят занятки для молодых биатлонистов. Державе гэты комплекс обошелся у 5 миллионов рублей, але сродки потрачены явно недаремно. Сейчас проводился набор, выбрались самые лучшие дети, перспективные, которые занимались пулевой стрельбой до этого. Сейчас они уже показывают результаты. Сейчас будем проводить отборочные на Кубок Беларуси. И вообще результаты в ближайшие годы планируются. Звернуть увагу на больш якасную подрыхтовку спортсменов примушаюць у першую чаргу ближайшие буйные международные спаборніцтвы. У тым ліку запланаваная на наступны год летняя Олимпиада у Токіа. По оценке Министерства спорту и туризму, выники выступления спортсменов региона недрэнные. Разом с тем, горш пачалі выступать легкоатлеты и футболисты. Бадай до кого увогуле няма ніяких зауваг спортсмены по академичным веславанні и веславанні на байдарках и каноэ. Гэтыя два виды приносят региону амаль палову медалёў. Основа любого успеха в любом деле – это специалисты, которые окружают тех спортсменов, специалисты, знающие свое дело, которые окружают спортсменов, и которые совершенствуются над собой ежечасно, ежедневно, ежеминутно. Это тренерско-преподавательский состав. Это вот специалисты, которые сегодня творят чудеса, допустим, в этой гребле. И я уже не хочу повторяться, это специалисты, которые живут этим делом, вот просто живут сутками. Падчас пасяджэння аналізуюцца ўсе нюансы, якія ўплываюць на вынікі выступленняў спартсменаў, прычым не толькі Гомельскай вобласці. Тут і праблемы з наяўнасцю сучаснага інвентара ў некаторых спецыялізаваных установах краіны. І не заўсёды адпавядаючая сучасным патрабаванням кваліфікацыя трэнераў. Яшчэ адна праблема, якая асабліва хвалюе галіновае міністэрства – пераемнасць. Дзяцей мы набираем достаточное количество, работу организовываем по всем видам спорта. Но вот когда переходим во взрослый спорт, почему-то основная масса этих детей или спортсменов у нас теряется, не доходит до того результата, значит, того результата, который необходим стране. Поэтому сегодня одна из тем обсуждения сегодня, как правильно, как грамотно, на примере отдельно взятого региона, отдельных видов спорта эту работу выстроить. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёлета на зноў створаныя рабочыя месцы ў Гомелі плануецца праца ўладкаваць 3105 чалавек, што адпавядае гадавому заданню. Такая лічба была агучана на сённяшнім пасяджэнні гарвыканкама. Рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў па садзейнічанні занятасці насельніцтва распрацаваны пры ўдзелі зацікаўленых упраўленняў і аддзелаў гарвыканкама, наймальнікаў, прафсаюзаў і грамадскіх аб'яднанняў інвалідаў. Як чакаецца па выніках года, будуць выкананы практычна ўсе запланаваныя паказчыкі. На пастаянную
работу працаўладкавана больш як 5000 чалавек. 2000 прынялі ўдзел у аплачваемых грамадскіх работах. Узровень зарэгістраванага беспрацоўя складае 0,2%. Разам з тым, не ўсе гамяльчане імкнуцца захаваць працоўныя месцы. Амаль 700 чалавек сёлета былі звольнены за прагулы і іншыя парушэнні працоўнай дысцыпліны. На іх фоне выдзяляюцца людзі, якія не проста імкнуцца працаваць, але і адкрываюць уласную справу. У гэтым годзе адпаведныя субсідыі атрымалі каля 90 чалавек. Различные интересные молодые люди и немолодые есть, которые приходят своими проектами, и надеемся, что эта работа будет продолжена. А с какие сферы? Нет, наверное, той отрасли, в которой бы, значит, не пробовали жители города Гомеля открыть собственное дело и проявить себя, начиная от транспорта, торговли, промышленности и продажи цветов. Завтра у Беларусі пройдуць чарговыя прамыя лініі мясцовых органаў улады. У гомельскім аблвыканкаме звароты грамадзян будзе прымаць кіраўнік справ Алена Калішкоўская. Нумар телефона ў Гомелі 33 12 37. Прамая лінія працуе з 9 до 12 гадзін. У гэты ж час на сувязі будзе намеснік старшыні гомельскага гарвыканкама Віталь Атаманчук. Нумар телефона прамой лініі 51 19 54. 1 снежня ў Беларусі будзе азначацца дзень юрыста. На Гомельшчыне да гэтага прафесійнага свята прымеркаваныя разнастайныя акцыі, урачыстыя сходы і канцэртныя праграмы. Сёння ў Гомельскай вобласці працуюць каля 500 юрыстаў, суддзяў, судовых выканаўцаў, натарыусаў, адвакатаў. Напярэдадні свята многія з іх атрымалі заслужаныя падзякі і граматы. Увогуле ў грамадстве не так шмат спецыяльнасцяў, да прадстаўнікоў якіх прад'яўляюцца такія ж патрабаванні, як да юрыстаў. Гэтая прафесія мае на ўвазе такія якасці, як высокі інтэлект і шырокі кругагляд, аналітычны склад розуму, сумленнасць і непадкупнасць. Менавіта ад кампетэнтнасці і прынцыповасці кожнага з юрыстаў залежыць вяршынства закона і стабільнае развіццё грамадства. Пры гэтым, абараняючы дзяржаўныя інтарэсы, яны не павінны забывацца і аб патрэбах людзей. Аказаць кваліфікаваную дапамогу чалавеку ў вырашэнні яго канкрэтных праблем – прыярытэтная задача. От того, насколько компетентен, профессионален, принципиален юрист, зависит очень многое. Зависит и, по сути, благосостояние нашей страны, зависит уровень ее развития, экономики, социальной сферы. Интересная, благородная, но очень ответственная работа. Хотелось бы поздравить своих коллег, пожелать им профессиональных успехов в этой нелегкой работе и в этой благородной работе служения закону. Здзяйсненне выканаўчых надпісаў, пасведчанне згод, афармленне спадчынных правоў грамадзян. Сёння спецыялісты Гомельскай натарыяльнай акругі кансультавалі бясплатна. Дабрачынная акцыя праходзіла з нагоды Дня юрыста. У такія дні, напрыклад, натарыяльная палата цэнтральнага раёна бясплатна прымае па 50-70 чалавек. Гэта ў 2-3 разы больш, чым звычайна. Што да паўсядзённай работы натарыусаў, то ў апошні час часцей за ўсё людзі кансультуюцца з імі па пытаннях здзяйснення выканаўчых надпісаў. Напрыклад, яны тычацца дагавораў куплі-продажу, узносаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, запазычанасцяў па крэдытах. Вялікая колькасць зваротаў звязаная з неабходнасцю пасведчання дагавораў адчужэння маёмасці. З развіццём сферы IT у натарыусаў таксама з'явілася новае поле дзейнасці. Як пазітыўную дынаміку можна азначыць рост колькасці заключэння шлюбных дагавораў. Брачныя дагаворы сталі ўжо болей востребаванымі, потому што, скажам так, наша молодежь и уже зрелое поколение понимает, что, скажем так, заключение брачного договора никоим образом не влияет на какие-то отношения в семье, а наоборот, скажем так, укрепляет эти отношения. Но наше общество развивается экономически, социально, появляются какие-то новые виды, соответственно, и договоров, и нотариальных действий, которые уже связаны с развитием IT-технологий, и, конечно, в этом тоже нотариат не отстает. Флэшмоб, выстава, круглы стол і гутарка з ВІЧ-пазітыўнымі людзьмі, якія не скрываюць свой статус. У алею антысніт ператварылася сёння спартыўная зала Гомельскага медыцынскага каледжа. У навучальнай установе ў гэтай дні праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя сусветнаму дню барацьбы супраць СНІДу. Ён азначаецца 1 снежня. Марына Джалая з падрабязнасцямі.
Анатоль Лішанок са Світлогорска, са статусом ВІЧ живе 23 гады. Зараз ён з'яўляецца намеснікам старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Людзі плюс». У складзе гэтай арганізацыі жыхары Беларусі з вірусам імунадэфіцыту, члены іх сем'яў і спецыялісты, якія працуюць у сферы профілактыкі ВІЧ. Мне сьогодні 50 лет, когда мне там в 28 лет сказали, проживеш 5 лет, я тогда бросил институт, ну, смысл был учиться, дальше, если тебе отмерили там 5 лет жизни. Я закончил институт, все-таки продолжаю работать, жить. Мэта бадай кожнага мерапрыемства гэтай тэматыкі – нагадаць людзям аб шляхах перадачы вірусу і адначасова зрабіць грамадства больш талерантным да ВІЧ-пазітыўных людзей. На ўзроўні інтэлекту чалавек разумее, што ВІЧ – гэта не грып, і заразіцца пры гутарцы ці рукапаціскані нельга. Але пры сустрэчы з носьбітам вірусу імунадэфіцыту такой лаяльнасці і разумення часцей за ўсё не праяўляе. Тыя, хто маюць у сваім акружэнні людзей з ВІЧ, таксама дзеляцца сваім вопытам. У меня есть друг, который ВІЧ-инфицирован. Я с ним знакома уже 5 лет, и я вам скажу честно, что поначалу, когда я об этом узнала, я не столько была испугана, сколько удивлена. Он не боялся говорить об этом, он держал себя уверенно, то есть он не считал это как клеймом на своем имени. Он считал, что это определенная особенность, которую стоит просто пережить и воспринимать так, как это есть. І яшчэ адна складанасць. У большасці выпадкаў аб станоўчым ВІЧ-статусе чалавек даведваецца ад медработнікаў, у асноўным спецыялістаў сярэдняга звяна. Каб паведаміць хвораму такую навіну, медык павінен валодаць пэўнымі ведамі і па псіхалогіі. У ідэалі неабходна адразу пагутарыць з ВІЧ-інфіцыраваным, растлумачыць, што рабіць далей. А такіх уменняў медсёстрам часцей за ўсё не хапае. Існуе ва ўзаемаадносінах медык-пацыент і яшчэ адна праблема. Как только врач узнает, что к нему пришел ВИЧ-инфицированный пациент, вот с этого момента начинаются элементы стигмы и, увы, дискриминации, которые сегодня не такие жесткие, как было раньше, когда-то, когда эпидемия ВИЧ только набирала обороты. Вот, но, тем не менее, все это присутствует. Она в таких, стигма в таких более размытых формах сегодня. Она скорее имеет вид такого социального контроля. С пачатку года захворваемасць на ВІЧ у Гомельской области снизилась прикладно на 20% у параўнанні с летошним периодом. У регионе проживает каля 8 тысяч человек с вирусом иммунодефициту. Основным шляхом передачи захворвания по-ранейшему застается половым. Марина Джала, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Знешнеэканамічная дзейнасць прадпрыемстваў рэгіёна на сучасным этапе. Семінар пад такой назвай прайшоў у Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны. Мерапрыемства арганізавана кафедрай англійскай мовы. Галоўная яго мэта – прафесійная арыентацыя. Студэнты сустракаюцца са спецыялістамі буйных кампаній, цікавяцца падрабязнасцямі сваёй будучай прафесіі. І ўсё гэта на англійскай мове. Дмітрый Котаў працягне. Першую подобную сустрэчу провели у минулым годзе. Эксперимент признали удалым и вырашили протягнуть эту практику нават яшчэ больш масштабна. На чарговый семинар запросили спикеров з выканкамаў, а так само буйных прадпрыемстваў региона. Интересы своих компаний представляли Гумсельмаш, Мелковита и Беларусь Нафта. Сярод студентов пераважна представники экономичных специальностей. Размова подчас семинара пераважна на английской мове. Это деловое взаимодействие, переговоры, так как у нас на самом деле присутствуют будущие потенциальные работодатели. Это образовательная ценность для студентов, которые вскоре вступят на свой профессиональный путь. И я уверена, что это настоящий источник вдохновения для всех нас, для того, чтобы стать на самом деле профессионалами, каждый в своей области и сфере. Ну и только совместными усилиями мы можем это сделать. Мова міжнародных зносінаў нумар адзін – гэта безумоўна англійская. Асабліва гэта тычыцца бізнес-супольнасці. Напрыклад, на прадпрыемстве «Беларусь Нафта» сфера прымянення ведаў вельмі шырокая. Правядзенне перагавораў, падрыхтоўка прэзентацый, адаптацыя профільнай літаратуры. І таму патрабаванне да многіх суіскальнікаў валодання англійскай мовай на добрым узроўні. Удзел у семінары для прадстаўнікоў кампаніі важны. Сённяшнія студэнты, магчыма, будучыя супрацоўнікі. Наше прадпрыемства з'яўляецца адным з крупнейших работодателей в Республике Беларусь. У нас на предприятии работает 26 тысяч человек. Каждый год много студентов приходят к нам на работу. Преимущественно это студенты профильных специальностей с геологического факультета, но также есть и экономисты, и представители других специальностей. На семинар так само запросили школьников. Яны представляли эссе по теме «Экономика – моя будущая специальность». Для самых юных удельников сустречи это выдатная махчимость для развития ведов и навыков, какие им спотребятся у дальнейшем. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».
Бенефіс заслуженого діяча культури Республіки Білорусь, мастацкого керівника і головного дирижера камерного хору обласної філармонії Алени Соколової пройшов у коледжі мастацтва ім'я Соколовського. Програму музичного вечора присвятили знаменальній події – 30-годдю творчої діяльності Алени Соколової. Яна народилася у Кірові, у сім'ї Урачоу, дитинство провела на Волзі. Скончивши музикальне училище у Краснодарі, поступила у Горковську консерваторію ім'я Глінки на бодай лепшій Україні дирижерський факультет. Потім з мужем переїхала у Мінськ, де рихтувалася стати загадчиком кафедри Інституту культури. Плани змінила зустріча з Олександром Рибальченком, керівником ансамбля пісні і танця Палацу культури чигуночників, який шукав дирижера для свого колективу. Так Алена Соколова опинулася у Гомелі. Праз некоторий час її запросили у камерний хор філармонії, яким яна керує вже 30 годів. У його репертуари лепші твори церковно-славянської духовності, музики, русская и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры, романсы и джазовые композиции. Повіншувати маестра прийшли відданні слухачі, прихильники її таленту і колеги, солісти і музиканти філармонії. За шматгодовую пленную працю Алену Соколову узнагородили гоноровой грамотой обласного совета депутатов. Крепкого здоров'я вам, вашому хору, нашим зрителям. А самое главное, вот той неиссякаемой творческой энергии, которая у вас есть. Вы лучшие, мы вами гордимся, мы вас очень любим. С праздником, и позвольте мне вручить эту грамоту. Камерний хор обласної філармонії, його мастацький керівник, лауреати шматліких міжнародних конкурсів. У 2016 році Алена Соколова була узнагороджена медалем Франциска Скорини за уклад у духовності і культуру Білорусі. Гэты і інші новини ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дякую за увагу і до зустрічі у ефірі. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжается де-факто. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Скользкая дорога и невнимательность поспособствовали ДТП в Петриковском районе. Ночью там съехала в кювет фура, а в ее прицеп врезался легковой автомобиль. Тягач грузовика занесло на трассе. Он выехал за пределы обочины, а прицеп встал поперек дороги. Проезжавший мимо водитель «Фольксвагена» не смог объехать препятствие и столкнулся с фурой. В ДТП пострадал пассажир легковушки. В ГАИ предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Гомельской области. Из-за осадков, которые наблюдались днем на отдельных участках дорог, сегодня вечером и завтра утром возможен гололед. Инспекторы советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения. Не совершать поездки на летней резине и на предстоящих выходных позаботиться о том, чтобы переобуть свои автомобили. Напомним, с 1 декабря на территории страны наличие зимних шин на всех видах транспорта обязательно. Требования ПДД. В Гомеле начался суд над бывшим начальником инспекции по карантину растений Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений. Экс-руководитель обвиняется во взяточничестве. Он был задержан с поличным прямо в своем служебном кабинете. Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Положите документы. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ничего не делайте. По данным следствия, 38-летний мужчина неоднократно получал незаконное вознаграждение за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля на экспортируемую сельхозпродукцию. Следствие установило несколько эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за которые он получал взятки от 5 до 700 долларов в эквиваленте. Обвиняемый признал свою вину. Бдительность пенсионерки помогла отыскать украденный велосипед и найти вора. В Бобруйском районе наблюдательность женщины сыграла ключевую роль в деле задержания рецидивиста из Речицы. Ночью мужчина незаконно проник в дом к своим родственникам, разбив для этого окно. Именно оно и смутило местную жительницу, которая сразу набрала 102. После того, как непрошенного гостя доставили в РОВД, пенсионерка позвонила милиционерам снова и сообщила о том, что в соседнем дворе подозрительно долго стоит чей-то велосипед. Вскоре правоохранители выяснили, что байк числится в угоне, а к краже причастен их новоиспеченный задержанный. В городском поселке Октябрьске он украл этот велосипед с чужого двора и потом поехал в Бобруйский район к своим дальним родственникам. Но тех дома не застал и разбил в раме стекло, чтобы забраться внутрь и переночевать. В ходе разбирательства было принято решение увезти байк в Бобруйск на хранение, пока не найдется владелец.
который, кстати говоря, нашелся весьма скоро, так как пропажа в Октябрьском была обнаружена, и граждане уже обратились в милицию с заявлением о краже велосипеда. Злоумышленник в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, однако уже в качестве подозреваемого по совершении кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Три пожара произошли в Гомельской области за минувшие сутки. Повреждены три строения. В деревне Тониш Лельческого района горел коровник. Но всех животных, это более 260 голов, успели эвакуировать. А в Наровле произошел пожар в частном кирпичном доме. Хозяин не пострадал. Причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Милиция распространила фотографии супружеской пары, которая могла не выполнить ряд договорных обязательств перед другими гражданами. Вот фотографии этих людей. Сотрудники органов внутренних дел хотят разыскать лиц, перед которыми эта супружеская пара могла не выполнить определенных договоренностей. Если вы узнали этих людей и располагаете полезной информацией, сообщите об этом по номерам телефонов, которые сейчас на экране, или воспользуйтесь прямой линией 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. На старте без побед. Оба представителя Гомельской области проиграли в первом туре второй стадии чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Гомель не смог взять реванш у юности за поражение, которое случилось днем ранее. Столичная команда вновь была уверена сильнее, отгрузив ворота Рысии 4 шайбы. Постарались Цыганов, Желнировский, Дрозд и Колготин. Гости ответили только точным выстрелом Ревенко. Гомель перебирается в Солигорск, где завтра сыграет с «Шахтером». «Металлург» на выезде встречался с «Динамо Молодечно». На экваторе второго периода Мохарев вывел хозяев льда вперед. На старте третьего Кирющенков восстановил равенство. Победу динамовцы вырвали за 2 минуты до финальной сирены. Феоктистов записал на свой счет решающий гол. Завтра «Металлург» в гостях играет с «Неманом». Два гомельчанина в символической сборной 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В списке лучших Денис Колп из БЧ и Антон Матвиенко из ВРЗ. Первый отметился хет-триком ворота Светлогорского ЦКК в победном для железнодорожников матче. Второй – 2 голами и 2 результативными передачами способствовал виктории вагоностроителей над Минском. Кстати, Денис Колп и Антон Матвиенко сегодня отправляются в Иран, где белорусская сборная по мини-футболу примет участие в международном турнире. Соперниками нашей дружины будут команды Словакии и Ирана. Также ВРЗ в рядах сборной представит Владислав Селюк. БЧ, кроме Колба, делегировал в ряды нацкоманды Владимира Стремилова и Сергея Селивончика. Кроме того, Сергей Малышко и Олег Еремин вызваны в стан сборной Украины. Украинцы во время международной паузы проведут 2 товарищеских матча против хорватов. В воскресенье 1 декабря финиширует чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Футбольный клуб «Гомель», напомню, сезон уже завершил и покидает элиту. В 30-м туре «Зелено-белые» должны были играть со столичным «Торпедо». Мозырское «Славия» в преддверии заключительного тура располагается на 10-м месте. У «Полешуков» есть шанс подняться выше. Надо обыгрывать «Витебск». Игра пройдет на поле «Северян» 1 декабря. Начало в 14:00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».